Летний бассейн открылся в парке Сокольники. По плану его должны были запустить с 1 июня, но из-за жары решили перенести открытие, так сообщили в пресс-службе парка. Там добавили, что это не простой бассейн, а целый комплекс, где есть в том числе детская площадка и кафе. Здесь москвичи могут поплавать под открытым небом и позагорать на шезлонге. Бассейн будет работать до конца августа, пока позволит погода, и будет работать с 10 утра до 22 часов вечера. Летние бассейны будут открыты также в парках Фили, Измайловске, на ВДНХ и в Лужниках.